Всем привет! Сегодня обзор ножа компании Raik. Коробочка ножа сделана дорого-богато. Черненькая такая, матовая. С серебряными буковками. Подарочный, наверное, такой вариант. Красиво же! Внутри ножик. Это нож от китайского бренда Raik. Это складной нож модели P830SF. Да, у многих ножей название модели содержит буквы да цифры и никаких тебе имен, как у Кейс. Модель выпускается уже продолжительное время. Накладок тут нет. Их заменяют металлические сатинированные лайнеры из нержавеющей стали 3CR14N. Собран нож на винтах. Под осевым винтом видна синяя металлическая шайба. Синий шпынек для открывания. Но есть минус. Чтобы открыть клинок, нужно сильно постараться. Видимо, шпынек должен таки выступать на пару миллиметров выше. Видно, что сложенный клинок выступает из лайнеров минимально, вследствие чего нож имеет малую ширину. С обратной стороны видно клипсу, которая не переставляется, что для меня не беда. Это фреймлок. Кстати, я выкладывал видео о принципе работы этого замка. Можете посмотреть по ссылке в описании. Также есть такой предохранитель фреймлока, который закрывается с прикольным щелчком. При его закрытии пластина, которая подпирает клинок в открытом положении, остается на месте, и это придает уверенности в работе. Клинок тут интересной формы, drop point. Я бы назвал его, конечно, Warncliff, но все же тут не хватает прямой режущей кромки. Если у вас есть мнение по этому поводу, пишите в комментарии. Вес ножа всего 92 грамма, несмотря на его полностью металлическую конструкцию. Клинок сатинированный, из стали Sandvik 14C28N. Судя по написанному на сайте изготовителя, то они импортируют сталь для клинков из Швеции. Нож весь какой-то такой прикольно серый. Механика работает, как машинка. Есть отверстие для подвеса. Логотип на клинке. Всякие надписи. Кстати, компания Raik ставит отметки на клинке, с помощью которых можно определить год выпуска. Таблица есть у них на сайте. В общем и целом, это такой джентльменский нож. Не мал и не велик. По размерам, как по мне, самое то. В сложном состоянии 110 мм. Длина клинка 83 мм. Кстати, толщина клинка у пяты 3,1 мм. Нож приятен глазу моему. Я его не выпускаю из рук. Вид у него какой-то хищный. Кстати, производитель, который имеет в России представительство, дает гарантию 5 лет на это изделие, что в принципе уже неплохо. Как по мне, то это идеальный вариант для EDC, как по форме клинка, так и по габаритам. Да и сделан качественно. Нож для обзора был предоставлен официальным дилером бренда Raik.
всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. До новых волнующих встреч!